важно, что он сказал. Какая разница, всего лишь это свитер. Он на нее так смотрит. Забей. Да не волнуйся ты, дура какая-то. Чего ты паришься из-за этого? Какой ужас, как это могло произойти? Я не знаю. Все нормально. Что ты сказала о полиции? Я сказала, что видела какого-то человека, который выходил из школы, и он был в пуховике, ну, как у Веры. Похож был. Все на нас валит, как всегда. Кошмар. Только вчера с ней поссорились, и тут вот. Кошмар. Хорошая она была. Прямо так к ней относились. Давай посмотрим об этом случае в интернете. Давай. Хочешь чаю? Давай. Как всегда, полиция ничего. Что? Что? Вера! Вера! Делала сегодня ночью? Спала. Спала? Ну ладно. Привет. Привет. Что такое? Что ты пыталась меня убить сегодня ночью? Ты что? Я ненавижу тебя. Почему ты меня обманываешь? Раз ты меня ненавидишь, значит и я тебя. Что ты делаешь?
своих кочевников? Что? Ты вообще знаешь, что здесь написано? Нет. Пойдем, расскажу. Где это? Вроде мы на месте. Он должен быть где-то здесь. А, вот этот стол, о котором здесь написано. Так, ладно, стол. А где медальон? Он должен лежать здесь. Вы случайно не вот это ищете? Медальон, отдай мне его! Демоны, бой! Да. Зелененький. В вашем кафе. Привет! 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 А помните? Да, было дело. А теперь один.